Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Не забудьте подписаться на мой канал и включить уведомления, чтобы получать самую свежую информацию и события. Дорогие подписчики, Ханди Эрчела Керимбурсин объяснили свои строгие правила. Ханди Эрчела Керимбурштейн больше не будут вместе. Ханкер закончил. С точки зрения бизнеса. Если вы хотите узнать больше о Ханди Эрчела Керимбурштейн, пожалуйста, досмотрите наше видео до конца. Любовь, зародившаяся в сериале «Постучись в мою дверь», стала реальностью. У Ханкера была история любви, похожая на сказку. Они до сих пор очень любят друг друга. Но они больше не хотят работать вместе. Они хотят, чтобы их имена упоминались отдельно. Если появится очень большой проект, и он будет слишком большим для них, чтобы отказаться от него, и если будет сценарий, отличный от вашего, постучите в мою дверь. Говорят, что они встретятся только в совсем другом сеттинге в стиле экшен. Или если они решат все свои проблемы и поженятся, ходят слухи, что они будут делать вещи, которые будут известны как желание. Вот уже несколько недель наша пара предпочитает держаться подальше от СМИ, потому что они переживают это трудное время. Они больше не думают о совместной карьере. Если это принесло им хорошие гонки, это было также сложно. Говорят, что они установили это строгое правило. Даже проект, который они пропустили, является одним из слухов, что они его не принимают. Дорогие друзья, решение не играть в этом же проекте кажется вам правильным, что вы об этом думаете? К последним новостям будьте в курсе для мгновенного доступа. Мы подошли к концу еще одного видео. Не забудьте подписаться на нас, включить уведомления и поставить лайк нашему видео. Увидимся в другом видео. Заботиться о себе. До свидания.